Ребят, всем привет. Окончен наш очередной проект. Это Range Rover Evoque. Он был оклеен больше 5 лет в пленку. Мы пленку демонтировали, заклеили новую. Это КПМФ 8 серии. Очень глубокий матовый такой оттенок у нее. Что еще из допов? Отполировали, заклеили фары. Фары просто как новые. Оператор, покажи, пожалуйста. Они просто идеальны. Ни одного сколышка, все просто четко. Поменяли решетку, буквы покрасили, притонировали, противотуманные фары. Отполировали вот эти вот очаровательные стойки. Они были просто в плачевнейшем состоянии. Я нигде ни разу не видел ничего подобного. Соответственно, они все тут по кругу. Возродили его просто из пепла, можно так сказать. Потому что приложим фотки, что было до этого. Это был полный мрак. Соответственно, буковки, полосочка. Покрасили выхлоп. Это порошковая краска, поэтому не стоит переживать, что будут какие-то проблемы в связи с перепадами температуры, выхлопа и так далее, и так далее. Все будет идеально, это мы точно вас уверяем. В принципе, и все. Всем спасибо. Обращайтесь. Всего хорошего.